Рассказ. Рассказала знакомая преподавательница. Я никогда не видела стриптиз. И вот однажды мы с подругами собрались и пошли в ресторан. Заказали столик и ждем представления. Уже 12 часов ночи, а шоу так и не начинается. Тут ко мне подходит менеджер. А если ужин будет за наш счет, вы не уйдете? А что такое случилось? Да там ваши студенты, и они стесняются выступать.